В этом году выборы депутатов в Советы депутатов пройдут в 12 городских округах Московской области. В 8 муниципалитетах пройдут довыборы местных депутатов. Свою предвыборную кампанию «Единая Россия» открывает с процедуры предварительного голосования. В ней могут принять участие абсолютно все жители, не только члены партии или ее сторонники. Уже создан региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по довыборам в Московскую областную думу. Онлайн-прием документов на участие стартовал 9 марта и продлится до 28 апреля.